Всем привет! У микрофона Деймос, и мы продолжаем играть в Советские Республики. Это третий сезон, 15-я серия. И прежде чем мы начнем, по традиции всем желаю хорошего настроения и приятного просмотра. А начнем мы, пожалуй, со статистики за 71 год. Доход рублей и долларов у меня идет в основном с продажи ядерного топлива, а все ресурсы, которые я купил за прошлый год за рубли, вы видите на экране, а также доллары. На технику мы потратили 248 тысяч, а с продажи старой техники мы получили 276 тысяч рублей. Хотел я в этой серии отстроить ЖД-завод и начать прокладку путей, но разработчики порадовали нас релизом нового дополнения. Чтобы включить новое дополнение в вашей текущей республике, нам нужно зайти в настройки игры. И напротив самой нижней строчки преступности и правосудия нам нужно нажать вот эти две стрелочки и сохранить настройки. Без различных перезагрузок мы видим, что настройки у нас применились, в статистике зданий появился новый значок «Преступность», а также для строительства нам стали доступны три здания. Милицейский участок, здание суда и тюрьма, которые мы с вами обязательно отстроим. Вот здесь будет, думаю, удобное место для милицейского участка и здания суда. Планировали мы полицейский участок и здание суда. Получилось вроде все компактненько и довольно неплохо. Для работы новых органов, а также на заводах нам требуется больше людей. Стоит допланировать этот район до конца. Thank you.
закончилась планировка жилого района, и прежде чем я отдам все это в строительство, стоит подумать о троллейбусных линиях. Но это еще не все, что я бы хотел запланировать. Еще нас ждет впереди тюрьма. Тюрьму я хочу разместить где-то здесь. Тюрьма у нас требует еду, одежду и мясо. Также требует электричество и тепло. Насчет тепла я думал вывести отдельный тепловой пункт с теплоцентрали. А потом подумал, а зачем? Установим на территории тюрьмы котельную. Переходим к планировке. Закончил я с планировкой тюрьмы. Здесь у нас находится сама тюрьма, котельная, депо, но представим, что это гараж для автозаков, большая парковка, парочка маленьких, для того, чтобы работники могли приезжать сюда самостоятельно. Также у нас будет здесь одна остановка для подвоза рабочих, футбольное поле и теннисный корт. Я понимаю, что заключенные попадают в эту тюрьму для исправления, но все же не будем их лишать таких маленьких удовольствий, как спорт. И если что, я знаю, что это так не работает. Я использовал это для декорации. В дальнейшем мы обнесем все здесь стеной. Я понимаю, что у тюрьмы есть свои стены, но как-то один заборчик мне не внушает доверия. Как бы мне не хотелось начать производить личное авто и выдавать гражданам, но в первую очередь нам нужно произвести немного милицейских машин, автозаков и автобусов. Но вы не переживайте, личное авто обязательно будет. Переходим к строительству. We'll be right back.
Милицейский участок готов, а, к сожалению, еще ни одна милицейская машина не готова. И строительство здания суда также завершено. Отдаем строительство район. Наконец-то первая милицейская машина готова. Отправляем ее на работу. После того, когда делают дорогу к милицейскому участку. А вы знали, что через КПП нельзя пропустить троллейбусные провода? Но я вот не знал, и это досадно. Придется сносить КПП. Заборчик подровняем чуть позже. Именно зимой я решил перестроить КПП и, конечно же, перекрыть выезд для снегоочистительной техники. Я просто гений. Дорогу мы здесь уже доделаем весной. Полицейский участок запущен, здание суда работает вовсю, но, к сожалению, у нас нет места, куда садить незаконопослушных граждан. А так как почти с райончиком мы закончили, можно переходить к строительству тюрьмы. Денег очень мало, но вроде получается пока держаться на плаву.
Первая тюрьма в республике отстроена. За кадром я уже организовал подвозку угля, позаимствовал пару автобусов в строительных конторах и осталось подвезти одежду и продукты питания для заключенных. С забором здания тюрьмы мы обнесем попозже. Как будет развиваться республика дальше, вы узнаете в следующем эпизоде. Если видео понравилось, поставь лайк, подпишись, чтобы не пропускать новые серии. Ну а я с вами прощаюсь. Всех люблю. Пока-пока.